Здравствуйте, Владимир. Это видео про ваш КПАН с переустановленным одуванчиком. Вот он у вас, переходничок с одуванчиком. Сейчас мы его проверим в моих камерах. Итак, первая камера. Первый Nikon D70. Вот, как видите, диафрагмы от 3,5 до 22. Вот. Под давлением не меняется, не теряется контакт. Уж этот объектив искать, надевать не буду. Я думаю, все будет нормально. Так, Nikon D3. Вот здесь видно фокусное расстояние 135 миллиметров, диафрагмы от 3,5 до 22, ловушка фокуса включена, ловушка фокуса работает в режиме AFS, то есть до того, как нет фокусировки в режиме AFS, по выбранной точке затвор не сработает. И еще один D70 я проверяю на трех камерах, потому что разные камеры в разных странах выпущены, и по-разному у каждого пользователя разболтаны байонеты, в том числе и байонеты тоже немножечко различаются в точности их сборки. Вот, и здесь тоже, как видите, контакт не теряется абсолютно. Вот, и диафрагмы все прекрасно меняются. В любом случае, будьте очень аккуратны с одуванчиком, чтобы не сломать его. Раз 8 лет пролежал где-то и не сломался. Видите, все контактики на месте, все хорошо. Вот и крышечка. Сейчас я это все упакую и отнесу на новую почту. Спасибо за внимание.